И переходим к горячей, но такой холодной теме – где тепло? Этот вопрос стал главным на еженедельном оперативном совещании при губернаторе области. Отопительный сезон в регионе стартовал неделю назад, но тепло по-прежнему дошло не до всех квартир. В одном из домов Тутаева из-за аварии на тепловых сетях остыли батареи. Из-за работ на тепловых сетях страдают и жители отдельных домов в поселках Волга и Барок Никаусского района. Глава региона Дмитрий Миронов поручил уделить этим объектам особое внимание. В целом динамика подключения к отоплению в области положительная. Запущены все котельные, полностью обеспечены теплом учреждения соцсферы и на 99,9% жилые дома. Для ликвидации аварии сформированы ремонтные бригады общей численностью почти 2000 человек. Кроме того, в муниципальных образованиях начали работать горячие линии по вопросам пуска тепла и прохождения отопительного сезона. Завершающим этапом подготовки к отопительному сезону станет выдача теплоснабжающим и теплосетевым компаниям паспортов готовности. Отопительный сезон только начался, и нам очень важно, чтобы все жители были обеспечены теплом. В целом ситуация с подключением в области идет в плановом режиме. В настоящий момент к отоплению подключены практически все объекты социальной сферы и жилого сектора. Но проблемы в этом направлении, уважаемые коллеги, есть. Сейчас очень важно все ремонтные мероприятия провести, чтобы уже непосредственно в зиму мы вошли с исправной системой отопления. Попрошу на эти проблемные участки обратить особое внимание.